изучили опыт работы наиболее близкий для нас модель Литвы. Между нами сложились очень дружеские отношения, помимо таких побратимских отношений, еще и дружеские отношения. Поэтому нам предоставили всю абсолютную информацию, рассказали, и мэр Клайпеды рассказал, как они в чистом поле, подведя коммуникации, смогли за короткий промежуток времени, 6 тысяч рабочих мест, поступление в бюджет, сегодня работают, мы были там, это не какие-то прожекты, это не фантастика, это сегодня реально действующий парк, реально действующая территория приоритетного развития. Поэтому, изучив все это, мы на рабочей группе подвели итоги и сделали предложение в виде концепции, которую поддержал исполнительный комитет и рекомендовал для рассмотрения Одесского городского совета. И будем выносить этот проект решения на ближайшую сессию, которая состоится 10 числа.